5 разные выбирательные учреждения, посмотрели, говорили там не только с руководителем, тоже с людьми, как их голосовали, как их сделали административная работа, посмотрели органы, все. Я могу сказать, что, мне кажется, все было регулярно, по закону, и все было нормально сделано. И когда я говорил с разными людьми, как их голосовали, они себя чувствуют нормально, хорошо, и интересно, что они могут участвовать.